Доброго дня, я вітаю глядачів програми «Розмова на тему». Вона сьогодні присвячена театру. На початку жовтня традиційно у нашому місті відбувається фестиваль «Homo Ludens». І фестиваль такий, що збирає чимало цікавих гостей, учасників. Ми сьогодні будемо говорити із членом журі фестивалю, драматургом, заслуженим діячем мистецтв України, лауреатом багатьох мистецьких літературних премій Олександром Євгеновичем Марданом. Доброго дня. Здравствуйте. Олександр Євгеньович, я приветствую вас в нашем городе на фестивале Homo Ludens. Ну, собственно говоря, фестиваль уже позади, но вы член жюри. Параллельно с этим вы основатель фестиваля «Встречи в Одессе». Вы представляете в Украине немецкий театральный биеннале, новые пьесы Ну и Европы, так штуки Ауса называется. Европы. Да. Я Чем уже вам только немецкий интересен? чуть-чуть перехожу с вами, да. Да. Я. Чем интересен вам фестиваль Homo Ludens? Homo Ludens, я был вот буквально на первом, наверное, фестивале, и я не был тогда еще членом жюри, и я каждый день приезжал, у меня не было возможности здесь как бы находиться все время, поскольку работа, которая основная, которой я занимаюсь, она требовала очень много времени, и я мог вырваться только на вечер. Вот каждый вечер я садился на машину, за 2 часа приезжал, смотрел спектакль, потом обсуждение, и потом уже поздно ночью возвращались в Одессу. Я пошутил и сказал, что вот известный персонаж Филиппок, детская такая, детский рассказ, который там очень любил учиться, он ходил 5 километров в школу и школу, вот, а я езжу, значит, на спектакль, там 130 километров туда, 130 обратно. Вот, то есть мне это было тогда особенно интересно, я только входил как бы вот глубоко в свое это увлечение, в том числе театральной драматургии. И я видел, как этот фестиваль зарождался и как он существует. У каждого фестиваля есть свой почерк, у каждого фестиваля есть свое лицо, у каждого фестиваля есть свой, ну, если хотите, стиль уже, да, выработавшийся. На одних фестивалях более интенсивная программа, на других менее. Есть фестивали размышления, есть фестивали лаборатории. Вот, и каждый фестиваль, вот я много лет езжу на фестиваль в Кишинев. Я много лет ездил на фестиваль в Ялту, театр Чехов Ялта, потом после известных событий я уже прекратил это делать. Вот у нас в Одессе есть фестиваль, есть очень, на мой взгляд, интересный фестиваль в Херсоне, Мельпомена, Таврии. Наверное, да. Вот. Ну и есть фестивали и в Киеве, и в Запорожье. Тут я начал перечислять, у нас как раз вся передача на это уйдет. Но Николаевский фестиваль, вот он для меня как бы дорог тем, что это один из тех первых фестивалей, на которые я начал ездить, потому что меня стали приглашать в жюри. Здесь интересные коллективы, здесь мощная такая как бы команда театральная города Николаева, которая и принимает, и сама показывает интересные спектакли. Вот. А самое интересное это в том, что собираются люди из разных мест, и каждый привозит с собой какие-то мысли, какие-то впечатления, увозит что-то с собой. Происходит вот такой вот процесс обмена. Это всегда начало октября, это, как правило, граница тепла и холода. Вот. Это тоже как бы интересно. Обычно начало фестиваля все еще ходят по-летнему, к концу уже ходят почти по-зимнему, но это тоже такая вот интересная особенность. Поэтому Ну, у нас сейчас погода дай Бог этому такая, да. фестивалю долгих, долгих лет, вот, и успешных, поскольку, знаете, вот когда я начинал фестиваль в Одессе со своим тезкой Александром Евгеньевичем Копай-Горой, директором Русского театра, то нам говорили, ребята, второй, третий, четвертый, пятый, это еще не фестиваль. Фестиваль становится фестивалем уже в шестой, седьмой, когда к нему привыкает зритель, когда он уже ждет, когда уже ждут люди, которые, как правило, приезжают как гости. На сцене нашего русского театра шли спектакли по вашим пьесам. Ну, сегодня, наверное, около 9 десятков городов, на которых там, по-моему, 85 или 86, вот как-то так, в театрах которых идут ваши пьесы. Про театры уже я даже не буду их считать, потому что на самом деле это только города, я сказала, их около 85, а театров больше. Ну, в Вы Киеве там только в успеваете хоть, 9 театрах, да, да. вы успеваете хоть что-то посмотреть? Нет, И что вам, где вам интересно смотреть? ну, успеваю ли я что-то посмотреть, но то, что вот рядышком, или то, что, как говорится, в больших столицах, да.
Я, например, вот в Болгарии у меня поставлены там за последние годы 4 спектакля, 2 из них в Софии, я оба раза видел эти спектакли, в Бургасе и Варне не видел, вот сейчас вышел еще спектакль в Пловдиве, то есть я сказал 4-5 спектаклей уже, в Пловдиве вышел спектакль, нет, я его тоже не видел, но ну, мне присылают какие-то отзывы, мне присылают афиши, я коллекционирую афиши со своих спектаклей, поэтому у меня там определенная площадь стен занята. А, да, количество большое. Я как-то иногда пошутил где-то и сказал, что, вы знаете, когда трудно уснуть, я начинаю вспоминать города, где идут мои спектакли, и где-то уже к пятому десятку я сплю. Вот, такие позитивные же, в общем-то, нужно давать позитив. А каждый спектакль, это, безусловно, позитив, поскольку это что-то новое. И, ну, что-то я вижу, что-то я не вижу. Я уже, как говорится, закаленный в борьбе с, в кавычках, с режиссурой, вот, я уже понял, что есть два способа бороться с тем, что тебя не так интерпретируют, тебя не так ставят. Это либо уходить в прозу, что я и делаю. Я уже 5 пьес переписаны в прозаические произведения, и они достаточно успешны. Их печатают в Киеве, их печатают в Москве, их печатают в разных литературных журналах разных стран. Вот, то есть проза как бы тоже получается, хотя обычно, как я говорю, у нормальных людей происходит с точностью до наоборот. Сначала создается произведение, а потом, если оно успешно, по нему делают инсценировки. Но у меня, вот, поскольку у меня все пьесы оригинальные, я никогда не писал инсценировки по чьим-то произведениям, и я не писал пьесы так на так называемые ЖЗЭЛовские, «Жизнь замечательных людей» темы, да, они все как-то сочинены, выдуманы, придуманы. Вот, поэтому они и в прозе, там, конечно, совершенно по-другому нужно, там совершенно другие методы и способы доведения до конечного потребителя этой продукции. Тут зритель, там читатель, нужно использовать другие приемы для того, чтобы здесь достаточно обозначить главную линию, насытить это смыслом, а дальше уже начинаются интерпретации. Когда-то мне сказали, что есть так называемый театральный квадрат. Автор пишет про себя, режиссер ставит про себя, актер играет про себя, зритель смотрит про себя. И вот это все замкнуто. А здесь уже автор пишет про себя, естественно, а читатель читает про себя. Да, вот то есть, короче, вот эта цепочка. Ну, короче, да, это первый метод, как бы, борьбы с интерпретациями. А второй метод – это научиться и ставить спектакли самому по своим пьесам. Тогда вот что ты вот придумал, вот ты это и доводи. Но второй способ, он требует все-таки еще дополнительного специального образования, которого у меня нет. И самое главное, он требует время. Он требует время. Писать можно ночью, писать можно утром, писать можно в поезде, в самолете. Что-то, какую-то фразу, вот мы сейчас с вами говорим, я услышу какой-то от вас интересный вопрос или фразу, и она вдруг окажется в моем произведении. Где-то, да, где-то отложено. А режиссура, это, извините, это нужно месяц, полтора, два, ничем другим не заниматься, с утра до вечера, с вот этими чудными ребятами, которые называются артисты, актеры. Вот чтобы они, значит, это все выучили, разобрали, как, что, чего. У меня, к сожалению, на это времени пока что нет. Поэтому я стоически переношу всякие там, вот как было на вчерашнем спектакле, там нововведения, ходы. Я стараюсь понять, почему режиссер так придумал, почему не так придумал. Ну, в всяком случае, это интересно. Александр Евгеньевич, но на самом деле образование-то у вас морского, инженер морского флота. Да, да. Что касается драматургии, вы получали специальное образование? Нет. Каким образом вы себя подготовили? Вот вы говорите, к режиссуре нужно готовиться. Извините за одесское нахальство. Мы с Антоном Павловичем никакого Чехова, никакого специального образования не получали. Да каждый как-то вот так смотрел на жизнь и записывал. У него медицинская, у меня морское инженерное. Да. Нет, ну, безусловно, есть, конечно, какие-то. Нет, я этим на самом деле не хвастаюсь. Было бы образование, было бы замечательно, если бы у меня еще было где-то этих там 4-5 лет жизни, где-то, где я мог бы это образование получить. Но я перед тем, как начать писать, в том числе и драматургию, я долгое время читал. Понимаете, и вот из того, что я читал, я что-то, значит, из этого какие-то вещи для себя открыл, понял, и больше того, я люблю смотреть спектакли. Вот некоторые режиссеры, это такое наблюдение, они очень не любят смотреть работу других режиссеров. Вот не любят, потому что они считают, что это их сбивает, это их раздражает, им все не нравится в том, как они делают. А я люблю смотреть и разных режиссеров, я люблю смотреть пьесы разных авторов на сцене. Поэтому за счет этого, наверное, я каким-то образом компенсирую отсутствие какого-то базового
образования. Ну а про то, что любое произведение включает в себя сначала экспозицию, потом развитие, потом кульминацию, потом финал. Ну, это для того, ну, что не надо в институт ходить 5 лет. Это школьная программа. Ну, как бы так, понимаешь, как это строится. Потом уже все в школе писали сочинения. Да? От нас же все время хотели, чтобы мы что-нибудь там такого. Ну, вот, наверное, в том числе и это. А какая у вас оценка по литературе в школе была? По литературе в школе, значит, ну вот мне повезло, хотя я заканчивал в Одессе физико-математическую школу, математический класс, была такая школа второй ступени, где учились ученики только с 8 и с 9 класса, да, вот, ну в основном с 9 два года, но я попал еще вот в те, было всего 2 восьмых, 9 девятых. Я 3 года проучился в этой школе, и 2 года литературу преподавала замечательная педагог, к сожалению, она уже ушла из жизни, Валентина Анатольевна Вилюгина, и она очень нестандартно учила нас к литературе. Ну вот, например, вот она говорила, вот пишите, напишите юмористический рассказ, вот про что хотите, про то и пишите. Потом вот домашнее задание. Ну, в следующий день приходили, собирали, и она проверяла там грамматические ошибки, все как положено. Вот, а потом читайте, вот класс сидел, и, значит, каждый читал. Вот, и я помню, это была 3-я четверть 8 класса, я что-то мне пришла в голову идея написать 20 лет спустя. Вот, наш класс, вот, все это, кто мы будем через 20 лет? Вот, я прочитал раз, смеялись, потом прочитал 2 раза, смеялись. Вот, на следующее утро я как бы проснулся знаменитым, как пишут в этих историях. Но по литературе нет, я не могу сказать, что я был так сильно увлечен литературой. Стихи первые я начал писать уже намного позже. Первые рассказы еще позже. Я почему-то начал писать киносценарий. Вот. Мне в 20 лет показалось, что я умею писать киносценарии. И я их начал писать. Художественные фильмы не ставили. То ли не хватало связи, то ли не хватало таланта. Наверное, и того, и другого вместе. А меня как бы заметили, и меня пригласили на Укртелефильм, и я параллельно со своей как бы основной морской профессией, деятельностью и карьерой, которую я более или менее успешно делал в советское время, я начал по вечерам, там, в свободное время, пописывать сценарии для документального кино. Начал сотрудничать с Укртелефильмом. И так стал появляться потом телевизор, вот, гонорары какие-то были там. 2 недели работы, годовая зарплата. Я понял, что это очень интересно. Потом я понял еще, что главное не то, какие у меня там художественные особенности моих сценариев, а тема. Вот тема. Было очень важно выбрать тему. Почему? Потому что творческой группе было не очень интересно снимать что-нибудь в шахте про шахтеров. А вот что-нибудь на белом красивом пассажирском лайнере, там, скажем, вот у меня первый сценарий был «Плавучие курорты». Да, это о судах Черноморского пароходства, которые, значит, работали на Крымско-Кавказской линии. Вот это было интересно. Да? Вот, допустим, снимать фильм «Плывут по морю поезда» про работу советско-болгарской паромной переправы или Ильичев-Скварна. Было тоже интересно, потому что Болгария, может, я как-то понимал, какую нужно набрать тему. Вот. Ну, а потом как-то это тоже временно прекратилось, началась перестройка, потом капитализм, независимость, все остальное. Недоразвитый капитализм. Ну, да, какой, я не знаю, какой из того, совсем развитый, переразвитый, ну, какой, как говорил один мой знакомый, маем это еще маемо, а другой, к счастью, мой незнакомый, не к ночи будь помянут, Иосиф Виссарионович говорил, а других писателей у меня для вас нет. Да, другого капитализма для вас нет. Вот какой есть, таком, значит, мы Александр Никитич, вот по поводу тем. Вы знаете, те работы по вашим пьесам, которые мне довелось видеть и читать ваши пьесы, вот у меня такое ощущение, я могу ошибиться, я делю субъективным своим мнением, у меня такое ощущение, что каким-то образом, ну, и в лучшем понимании, сериальная культура переносится на сцену. Почему люди смотрят сериалы? Они находят, вот как вы сказали, они ищут про себя. Они смотрят про себя, им хочется, чтобы у них было так же красиво, романтично, чтобы они тоже выходили победителями из каких-то непростых жизненных ситуаций. Вы жестче в своих произведениях, чем авторы многих сериалов, которые идут на телевизионных экранах. Я их на самом деле не очень хорошо знаю, но то, что краем глаза удается зацепить или там, услышать мнение, жестче. Но, тем не менее, вы все равно оставляете вот эту какую-то надежду на что-то хорошее, на какую-то сказку, на какой-то красивый финал, вот каким-то таким образом. Вы можете соглашаться или не соглашаться,
с моей точки зрения, безусловно. Но все-таки вот по поводу вот этих тем, они оказываются реальными из жизни? Или вы все-таки где-то украшаете их? Значит, из жизни. Мы, во-первых, сочиняем, мы сочинители. Каждый писатель – это сочинитель, но вообще сочиняют все. Как только ребенок овладевает навыками устной речи, и после мама, папа начинает складывать какие-то предложения, он уже начинает сочинять. Другое дело, что сочинители делятся на две неравных категории. Одни сочинители, они ленивые, и они не записывают за собой свои сочинения. А другие, они такие ленивые, и они записывают. Их называют писатели. Это как в кулинарии. Знаете, есть ленивые вареники, а есть не очень ленивые вареники. Вот мы не очень ленивые вареники. Мы записываем. Дальше идет вторая градация, что писатель все-таки не тот, кто пишет, а писатель – это тот, кого читают. Ну, соответственно, что драматург – это не тот, кто пишет пьесы, а драматург – это тот, на спектакли, по пьесам которого ходит зритель, да, и, как вы сказали, там 90 городов, 15 стран, там 8 или 9 языков, на которых это на сегодня идет. Я думаю, что это только начало, потому что так о себе скромно. Почему? Потому что я занимаюсь этим всего 10 лет, да, 11 лет. То есть я думаю, что еще как бы будет это все дело прирастать. Мне нравится, что в одном и том же театре уже ставят в одной и той же пьесе вот второй спектакль. То, что видели это вчера Николаевцы, да, это был спектакль, который поставил Рахиль Гаус 10 лет назад. Потом 7 лет этот спектакль шел, потом 2 года этого спектакля не было. Потом взяли и опять по этой же пьесе, в этом же театре, взяли и поставили вновь спектакль. Не восстановили, режиссерами. А поставили. Нет, совершенно другой спектакль. Абсолютно. Понимаете, ну, значит, это о чем-то, значит, кому-то это все-таки нужно. Теперь главное. Почему я этим занимаюсь, да? Почему мне это нравится? Мне не только нравится выходить на сцену, раскланиваться, получать цветы, передаривать их рядом стоящей актрисе. Нет, ну, конечно, это хорошо. А что здесь плохого? Вот, выдавать интервью, в том числе вам еще сейчас давать. О себе любимом. Нам же самое интересное – это рассказать о себе любимом, да? И всем нам нужен кто-то, чтобы рассказать о себе. Вот тут такая замечательная возможность. Вот еще люди нас, там кто-то будет нас слушать, слышать. Когда я сам себе задаю вопрос, зачем я этим занимаюсь? Да, деньги я зарабатываю в другом месте. Хотя, конечно, при этом количестве постановок я, безусловно, какие-то деньги мне платят, кто-то платит, кто-то не платит, когда это особенно попадает на киноэкран, то есть когда это сценарии, когда это теле, какие-то телепроекты, там размеры гонораров добавляются сразу там, на порядок. Это все очень приятно, но это не основной вид того заработка, с которого я как бы живу, я, мои родные и близкие, да, у меня есть другая профессия, другое направление. Это для меня увлечение. Вот зачем я тогда этим занимаюсь? Как бы, может быть, пафосно это не прозвучало, но, наверное, это вот какое-то подсознательное или сознательное желание сделать мир и сделать людей чуть-чуть лучше. Я понимаю, что человек, вышедший после спектакля моего или там Шекспира, Чехова, я, боже упаси, таланты не сравниваю, просто говорю, что это еще Максудов заметил в театральном романе, что самое приятное в профессии драматурга – это соседи по афише. Да, ты под Чеховым, над Шекспиром или наоборот, Островский там где-то. Ты вот в этой компании висишь. Хорошая, достойная. Это всегда приятно. Да? Может быть, самое приятное, что есть в этой профессии. Вот, но, а что значит сделать человека чуть-чуть лучше? Он, повторяю, он может быть, не выйдет другим, хотя, может, кто-то и выйдет другим, но будет уже не такой, какой он был 2 часа назад. Что-то чуть-чуть в нем поменяется. Так вот, лучше – это что? Лучше – это человечнее. Потому что вот для меня проблема добра и зла, вот для меня она абсолютно проста. Добро – это путь от обезьяны к человеку, а зло – это путь от человека к обезьяне. Когда в нас просыпается животное, неважно, желание украсть, желание применить насилие, желание обмануть, это же не человеческое, это животное. А когда у нас появляется желание помочь чужому ребенку, помочь старикам, кстати, вот отношения, я сейчас заканчиваю пьесу, которая, это такая женская трилогия, первая была девочки, дочки матери, вторая пьеса, это были женщины, точка «Фрагмент», точно «Скандал без антракта» очень успешно идет уже несколько лет в Киеве, в Национальном театре русской драмы Леси Украинки, Резниковича, Михаила Юрьевича. А вот третья будет «Бабушки», да, но девочки, женщины, бабушки, вот как бы все. Там на сцене нету мужчин,
в двух спектаклях. Первый 35 постановок плюс экранизация, второй там 22 постановки на разных языках. И вот сейчас будет третья, «Бабушки». Это вот там я поднимаю, среди прочего, тему, что степень и уровень гуманизма в обществе – это не отношение к детям. Да, дети – это наше все, это замечательно, это все правильно. Но это не совсем степень гуманизма, потому что и животное за своего ребенка идет на смерть, не только человек. И потом вкладывание в детей, несмотря на то, что это наш основной инстинкт, это еще и хорошая инвестиция. Потому что дети – это будущие воины, это будущие строители, это будущие матери, которые еще нарожают и воинов, и детей. А вот отношение к старикам, вот мне кажется, вот здесь проявляется гуманизм в этом обществе, да? И так как мы относимся в нашем обществе к старикам, наверное, это не самый лучший пример. И вот это тоже одно из проявлений гуманизма. Так вот, для меня сегодня не столько важны вопросы добра и зла. То есть, я еще раз, мне все понятно. Звериное и человеческое, да? Для меня сегодня более уточненные вопросы волнуют. Меня сегодня волнует соотношение и конфликт простого и сложного. Меня сегодня волнует соотношение внятного и пронзительного, вот, опять же, в нас. Меня сегодня очень волнует конфликт меньшинства и большинства. Понимаете, вот я уже в такие хочу уходить нюансы. Я понимаю, что, может быть, это уже не сериальная тема, то, о чем вы говорите, понимаете? Ну, это уже будет, понимаете, это, но все-таки те люди, которые определяют наш с вами мир, и наш с вами мир, как Толстого, и война, и мир, как то, что нас окружает, понимаете, они все-таки, мне кажется, нужно задумываться над этим сегодня, потому что вот те события, которые у нас происходят 2 года, их не объяснишь очень простыми вещами. Вот есть одна семья, одни за одних, другие за других. Есть одноклассники, есть соученики, есть однокурсники с тем же уровнем образования, но они готовы убивать друг друга. Почему? Почему? Что их так разъединяет? И почему кого-то объединяет с кем-то. То есть мне вот это интересно. Поэтому мне очень интересно направление под названием психологический театр. Мне интересно направление, может быть, у меня в этой последней пьесе две героини, две бабушки, и они оба в прошлом врачи-психиатры. Понимаете? Поэтому мне вот интересно, а что такое психа? Психа – это душа, да? То есть это то, что внутри нас, это тот внутренний мир. И как-то надо все-таки себе чуть-чуть подразобраться, мне кажется, всем нам, да, чтобы то, что у нас происходило и происходит, чтобы оно не повторялось, как минимум, в ближайших там лет 100-150, да, чтобы как-то ушли эти вещи. Но это же все откуда-то возникло, понимаете? Поэтому мне интересно этим заниматься, поэтому я этим занимаюсь. Вот. Но я всегда стараюсь быть понятным, я стараюсь быть понятым. Понимаете? Поэтому, может быть, кто-то и говорит, что то, что делаю я, это не какая-то там... Ну, для меня некоторые вещи, которые делают мои коллеги, это некая зауми. Понимаете? И в этой зауми, мне кажется, что все-таки вот эти пришли 200, 300, 400, 500 человек в зал, я хочу, чтобы каждый из них понимал вот то, о чем я говорю, внятность и пронзительность. Пронзительность – это крик. Понимаете, можно так что-то прокричать, только, как говорил один товарищ, я говорю, жизнь готов отдать за свободу слова, но при одном исключении. Нельзя кричать «пожар» в переполненном зале. Понимаете, есть вещи, которые апеллируют на человека сразу, и человек сразу начинает реагировать не всегда адекватно. Как правило, когда апеллируют к его религии, когда апеллируют к его национальности, когда апеллируют к его языку. Эти вещи у большинства наших с вами сограждан, они через разум не проходят, они сразу идут в сердце, и сразу идет ответная реакция, понимаете? И она иногда бывает трагической. И для того, кто это делает, и для того, на кого она распространена. Вот, поэтому здесь есть над чем думать, и мне еще по-прежнему интересно этим заниматься. Знаете, вот вы сказали, когда сердце через разум не проходит, я просто вспомнила, что есть такая, ну, достаточно распространенная история о том, что в древней китайской армии после ссоры жалобы не рассматривались, они рассматривались только через 3 дня. Если через 3 дня кто-то из участников конфликта все-таки приходил с жалобой к начальству, то тогда их уже принимали к рассмотрению. То есть действительно здесь сердце к этому времени уже, вот эта вспышка, эта обида, она остывала, и люди начинали думать о том, что происходит. Мы действительно, к сожалению, в последние месяцы, и уже счет пошел на годы, мы не так много думаем, мы скорее действуем импульсивно, эмоционально. И театр – это одно из
тех мест, которые помогают нам все-таки искать общий язык, помогают нам хотя бы занять какую-то одну общую площадку и на ней уже пытаться строить диалог. Мне кажется, что роль сегодня театра, безусловно, не та, которая она была 30-40 лет назад. Его социально-политическая роль изменилась, это понятно почему, не будем на это тратить время. Но резко усиливается психотерапевтическая роль театра, потому что театр не спасает души, этим занимается религия. Она занимается спасением бессмертной души. Театр занимается врачеванием души. И то, что когда один и тот же человек приходит на этот спектакль 3, 4, 5, 6 раз, он приходит на сознательный или подсознательный, он приходит на сеанс психотерапии. У меня один из проектов, которым я тоже занимаюсь, я думаю, что рано или поздно я его доведу до конца, это история, в основе которой лежит один как бы такой культурно-исторический факт. Почему Иосиф Виссарионович Сталин в 26-27 году 18 раз проходил на спектакль «Дни Турбина»? Вот зачем ему это было нужно? То, что проходило, это задокументировано. Вот зачем, никто этого не знает. Его не спросишь. Вот, он и правду бы, наверное, не сказал, даже если бы спросили, он вообще редко говорил правду. Но, значит, ему это то было нужно. И когда мне рассказывают, что на ваш спектакль в городе Томске или на ваш спектакль в городе Николаеве, вот у нас есть зритель, который приходит на каждый, я понимаю, что он тоже приходит за некой психотерапией. Что он находит? Это уже следующий вопрос. Я понимаю, что наше время уже потихонечку подходит, поэтому вот спасибо за то, что зовете и даете возможность что-то рассказать. Я дякую, що ви до нас приїжджаєте і приходите до нашої студії. В Одесі є медичний вуз. Я думаю, що зважуючи на ту кількість міст, театрів, акторів, режисерів, які ставлять ваші п'єси, вистави за вашими п'єсами, то можна звернутися до професійних медиків. Вони мають всі передумови є для того, щоб видати вам диплом. Не нужно. Спасибо. Лекаря душ. Как сказал один товарищ, для нормального человека и одно высшее образование уже лишнее. Ну, поскольку одно у меня есть, то достаточно. Еще раз вам дякую за вашу работу, за ваши творы, за то, что на ваши выставы идут люди. И, как вы сказали, выходят звідти, ну, трохи... Чуть-чуть. Іншими. Много не надо, чуть-чуть. И сподіваємося кращими. Спасибо. Дякую. Спасибо. Дякую вам, що були разом з нами. Відкривайте для себе театр, ходіть до нього і ставайте разом з ним кращими. Хай щастить в ефірі, побачимось.